ночей. На сцене сегодня звучат патриотические песни о доблести и мужестве в рок-обработке. Танцы, как современные с элементами акробатики, так и в исконно руссконародном стиле. Сложно поверить, что это не профессиональные артисты, которые приехали в наш город. В Бирске проходит фестиваль самодеятельного художественного творчества войск Национальной гвардии «Солдаты антитеррора». Фестиваль собрал молодые таланты, которые служат в различных воинских частях и стоят на защите Родины, и не занимаются музыкой профессионально. Мы здесь проводим концерт в рамках этого фестиваля «Солдаты антитеррора» для гражданского населения, для кадетских классов. Рассказываем о том, кто мы такие, зачем мы сюда приехали, что делает, через музыку передаем. Рассказываем о том, чем занимается Росгвардия, какие у нее основные цели, какие задачи. Вот, прививаем, так сказать, желание служить в вооруженных силах. Ну и в целом просто дарим хорошее настроение. Среди войск большое количество талантов, поэтому руководство Росгвардии приняло решение провести фестиваль, чтобы люди, у которых есть творческие способности, смогли проявить себя на этом поприще. Сначала конкурсы проводились в округах Росгвардии, среди них выбрали лучших, а далее итоговый фестиваль с распределением призовых мест. Надо молодежи патриотизм воспитывать, а то совсем туго стало с патриотизмом. Ну, как-то у нас общество ветеранов пограничных войск в этих мероприятиях практически всегда участвует. Вот. И на наш праздник все больше и больше молодежи приходит. И кадеты, и все. Ну, то есть, как бы патриотизм надо возрождать в России.